Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про поточну політичну ситуацію в Україні. З нами політолог Андрій Клячин. Пане Андрію, я вас вітаю. Добре. Власне, перше питання. Вже кілька тижнів обговорюють підписання формули Штайнмайєра, яка, зокрема, передбачає вибори на непідконтрольній частині Донбасу. Наскільки, з вашої точки зору, є реальним її застосування на практиці? Ну, поскольку она, формула предполагает несколько этапов реализации, на сегодняшний день даже первый этап именно разведения войск не реализовался, поэтому говорить о том, что мы можем говорить о том, что теоретически реально все, да, практически есть много составляющих, которые не позволяют сегодня ее реализовать. Речь идет, то есть, как с этой стороны, где общественная ситуация, скажем так, достаточно напряженная. Я думаю, напряженная она не во всем обществе, непосредственно в Киеве, то есть не так много людей собирается. Тем не менее, в медийном пространстве создается впечатление, что определенно есть напряженность, поэтому, я думаю, и администрация, офис президента, сам президент в размышлении, как дальше с этим делом поступать, как вести себя относительно внутренней ситуации. Плюс активно себя ведут нацкорпус. Остальные, то есть на самом деле, я думаю, ресурсы, чтобы ну, не дать им помешать, к примеру, вот этим процессам есть, но стоит ли, чем это все может закончиться, если начнутся столкновения своей же полиции при разведении войск со своими же активистами, тоже ситуация непонятная. С другой стороны, вся эта непонятка с нашей стороны используется боевиками и, соответственно, Россией для того, чтобы в любой момент иметь возможность не выполнить свою часть условий, заявив о том, что мы ее срываем. То есть нет предсказуемости, всегда можно сказать о том, что ну, если вы между собой не определились, отводим войска или не отводим, как мы можем отвести войска, вдруг там сейчас ворвутся вооруженные националисты, вы же их не контролируете, получается, и начнут убивать условно там, мирных граждан ДНР и ЛНР. Поэтому теоретически возможно, все, поэтому и подписывалось, да, вот и Минские соглашения, что в принципе возможно. Но когда речь заходит о практике, мы сталкиваемся с ситуацией, что а. Стороны не доверяют друг другу. Б. Стороны понимают, что каждая из них, вынуждена будет чем-то поступиться. И, соответственно, очень не хочется. Соответственно, мы имеем ситуацию, когда на практике каждый шаг сделать очень трудно. Вот первый шаг разведения войск, начало хотя бы разведения войск, он не сделан. Поэтому я предполагаю, что скоро, если это и будет реализовываться, то скорость этой реализации она будет достаточно медленная. И в любой момент, и самое главное, что в любой момент по любому поводу возможен срыв как бы всего процесса. То есть, возвращаемся на исходную точку или хуже того, остаемся в той точке, которой были. Чего, собственно говоря, и внутри Украины многие боятся, что в какой-то момент начнется разведение войск, да, сторона наемников, сторона ДНР, ЛНР это что-то не выполнит, и мы окажемся, то есть процесс остановится, а мы окажемся без своих территорий. Вот, поэтому ситуация, резюмируя, можно говорить о том, что теоретически возможно, практически даже первые шаги пока что делаются с трудом, и они не реализуются. Але все ж таки президент Зеленський говорить, що розведення військ – це питання кількох днів, там тижня. Тобто слова президента не в повній мірі відповідають реальності. Причому у цьому винуваті як та сторона, так і ця сторона виходить. Да, это та ситуация, когда глобальное, условно говоря, там, перемирие или разведение войск, заключить об этом договор легче, чем реализовать. Поскольку есть
на уровне государств, да, нормандского формата, на уровне там, Соединенных Штатов, Украины, России. То есть можно принимать решение, допустим, о глобальном там, разведении войск. Но когда речь заходит о непосредственно военной практической реализации, то здесь возникает много моментов, которые ну, абсолютно практически. Кто и когда, насколько отъедет, и кто кому гарантирует, что не будет каких-то провокаций, движения обратно. Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что если с нашей стороны за это отвечает государство Украина, и то мы видим, что не до конца государство Украина контролирует свои военизированные да, формирования в виде того же нацкорпуса ветеранов ОТО. А с другой стороны, кто гарантирует? ЛНР и ДНР, с ними диалог не ведется, соответственно, они ничего не гарантируют. Россия, с ней диалог ведется, но ее как бы там нет. Соответственно, тоже гарантии никакой нет. Поэтому президент, в том числе президент, вынуждены вот выставлять определенные такие, знаете, флажки. Давайте подождем 7 дней перемирия и сделаем первый шаг. То есть мы не говорим о том, что президент, слова президента не отражают действительность, слова президента отражают договоренности и желаемое, глобально заключенный договор. А вот конкретные там пушки и орудия, да, и там танки не отъезжают. Вот, это говорит о том, что практически ситуацию, то есть нет двух переговаривающихся сторон. Даже когда две стороны договариваются о чем-то, возможны варианты, там, кто-то не успел, кто-то не отвел, кто-то не захотел. А в данном случае не договариваются две стороны. Договаривается Украина с условно Россией, которой там нет, и не договаривается с боевиками, которые там реально есть. В результате вот получается, когда нет второго переговорщика, вот такого четкого, понятного, получается ситуация, когда... Нужно выставлять дополнительные, знаете, как демпферы. То есть вот давайте 7 дней помолчат орудия, и мы тогда сделаем свой шаг. Поэтому можно говорить, ну, вернее, нельзя говорить о том, что президент, слова президента не соответствуют. Они просто отражают его договоренности, то, чего он все-таки хочет достичь. Другое дело, что пока это не реализуется. И он вынужден делать определенные протяжки. Давайте чуть-чуть подождем, вот давайте еще со дня на день подождем. Вот эта вещь как бы неизбежна в данной ситуации. Ну, давайте уявимо таку ситуацію, що все-таки місцеві вибори відбулись на неї підконтрольній частині Донбасу. Чи можливо те, що їх визнає весь спектр політичних сил в Україні? Скажу такую как бы крамольную вещь. Практически уверен, що ні. Поскольку, знаєте, когда речь идет. Каждая из сторон максимально хотела бы сохранить свои интересы. Россия свои, и, соответственно, боевики свои интересы, Украина свои. Это по факту невозможно. Для того, чтобы что-то осуществилось, нужно чем-то пожертвовать. Готова ли к этому, допустим, украинская общественность? То есть, на самом деле, даже когда любой президент, хоть Зеленский, хоть контактная группа ведет переговоры, все равно есть подсознательное ожидание, что успех на переговорах, это когда Россия скажет, все, мы ушли, ДНР скажет, все, мы распускаемся, то есть полная наша, такого быть не может. Соответственно, мы уже, тут, эта ситуация предполагает, что, ну, что и та, и другая сторона будут максимально, если выборы даже будут проходить, делать все, чтобы максимально сберечь свои интересы. То есть мы... чтобы зайти, украинская сторона будет стремиться к тому, чтобы были, получить максимальный контроль с точки зрения организационной, с точки зрения правовой, с точки зрения политической над этими выборами. А обратная сторона будет апеллировать к любым договоренностям, чтобы этого не допустить, чтобы обеспечить себе некую безопасность, чтобы все прошло в их правовом поле. Поэтому здесь... очень тяжело, опять же, практически достичь договоренности. Можно достичь договоренности в кабинете, что да, давайте все официально, по законам Украины, все. А потом практически не давать этому реализоваться. То есть просто элементарно физически не запускать туда представителей других партий, не давать возможность информационной деятельности, создавать такую ситуацию, когда ни одна украинская партия просто не сможет там выставить своих людей, они просто будут бояться там выставляться. Я уже не говорю про агитацию и про все остальное. И вот здесь как бы кроется достаточно вот причина всех вот этих сейчас нерешительностей. Потому что если обе стороны уже скажут, да, мы даем старт выборам, то эти выборы трудно будет потом остановить. То есть если Украина скажет, да,
мы готовы, чтобы прошли выборы, но по нашим законам. И когда процесс избирательный пойдет, и окажется, что вроде по законам, но наши партии не пускают, да, вроде по законам, а наших представителей не пускают, вроде по законам, а выставляются все сепаратисты. Но если процесс уже пойдет, Украине трудно будет его завернуть обратно. То есть мы должны будем всему миру кричать, да, мы согласились на выборы, и вроде это по закону, но на самом деле все не реализуется. Посмотрите, с точки зрения глобальной Европы, мира, какая будет реакция? Никто не захочет в условных этих мелочах разбираться. Все скажут, выборы идут. По закону. Какие-то нарушения серьезные, то есть глобальные есть, стрельба есть. Это нет, значит, будьте добры, проводим выборы. Вот это очень опасная вещь. То есть если мы даем старт этому процессу, нам уже, даже если обратная сторона будет нарушать свои условия, нам будет невозможно этот процесс остановить, никто нас не будет слушать. Соответственно, мы гарантированно получим местные органы власти, скажем так, избранные де юре, возможно, по законам Украины и по правилам, а де-факто избранные абсолютно из других людей, абсолютно по другим правилам, по другим законам. И, соответственно, дальше этим же все не закончится. С этой властью она будет легитимизирована. То есть для всего мира это уже местная власть. И нам нужно будет с ними вести диалог. То есть, давая сегодня отмашку старт, как только власть наша даст, если даст отмашку старт, мы должны понимать, что если нас начнут, извините за такое, ну скажем так, уличное выражение, кидать, вот обратная сторона, мы уже этот процесс остановить перед всем миром не сможем. Нас будут подталкивать к тому, что проводите выборы, договаривайтесь с этой властью, объединяйтесь с этой властью. И это очень большая опасность, которая... скажем так, она не так громко звучит, как капитуляция, но это очень серьезная опасность того, что будет легитимизирована власть, которая избрана де-факто не по нашим законам, и с этой властью нам придется очень долго жить и договариваться, и никто в Европе, в мире нам не позволит ее по мановению волшебной палочки поменять. Нет, то есть мы будем с ней, скажем так, мы будем с ней жить следующие там... год, два, три, ну сколько там до местных выборов общеукраинских. Вот в этом большая опасность присутствует. Поэтому полностью по правилам выборов, к сожалению, я прошу прощения, такой пессимистичный прогноз, полностью по правилам выборов не будет. Ну, каждая из сторон будет пытаться максимально обезопасить себя, тем самым, ну как бы вот, выворачивая выборы в свою сторону. Ну, от ви вже згадали про мітинги, які проходять в Україні під загальним таким гаслом «Ні капітуляції». Чи загрожують вони, з вашої точки зору, перерости у третій Майдан? Чи вони підуть на спад найближчим часом? Я так начну, допустим, вспоминать как политолог второй Майдан, да, когда, собственно говоря, Евромайдан, об'єктивно надо признать, к ноябрю пошел действительно на спад. То есть общество, избиратель, он на самом деле привык к тому, что... ну не, я имею в виду 13-14 год. То есть когда был Евромайдан, был такой подъем. А уже к ноябрю общественное настроение... Не, листопад він розпочався. Грудень, концу, чи... ну вот уже на самом деле... До побиття маєте до побиття, на увазі. Да, вот, так, до побиття. Так. То есть возникли возмущения, а потом общественный резонанс пошел на спад. Хотим мы этого, нет, но вот избиратель, тот, который не, можно его считать не суперактивным, который голосует, но на площади не выходит, стал терять интерес в принципе к этому моменту. Ну, как бы, ну, не ассоциация, ну, значит, не сегодня, так завтра, или там вообще не нужно, это не являлось каким-то уже номером один. Да, после побытия, когда возник другой лозунг «наших детей бьют», это уже послужило таким, знаете, детонатором, да, таким импульсом. Туда же прибавилась потом эскалация насилия, туда же прибавились другие лозунги. То есть на самом деле лозунг именно «евро» Майдана сменился лозунгом «скинуть злочинную владу». Вот. Почему вспомнил этот момент? На сегодняшний день, да, там находится активное меньшинство, и того подъема, который может там вот поднять... скажем так, всю страну, чтобы везде были такие же Майданы или там с захватом общественных, вернее, административных зданий. Этого нет, но, вы знаете, возможны дополнительные импульсы. То есть есть опыт, когда небольшое число людей, находящихся в Киеве,
на самом деле начинали вот эту вот волну, которая перерастала во всеукраинскую. Более того, для этого не нужно, чтобы даже в каждой области поддерживало некое большинство. Мы должны признать, чисто с точки зрения цифр, да, вот, допустим, в Днепропетровской области сколько? 3500. 5 стояло на Майдане, когда вот были самые вот мощные события. Ну, там так, даже, так. То есть вы посмотрите, сколько это от, какая-то часть от населения, от избирателей, вы поймете, что это, ну, если мы 800 тысяч, ну, там, миллион, да, берем, то это, ну, скажем так, ну, это меньше процента, на самом деле меньше процента. То есть опыт показывает, что менее процента активных людей достаточно для того, чтобы качнуть ситуацию. Поэтому, если мы говорим о массовости, то сейчас вроде как бы для власти и не страшно. Если мы говорим о вот этом вот эффекте, да, когда по всей стране, пусть понемножку, у нас стоят, и когда это все нагнетается непосредственно в Киеве, да, где наиболее, когда, ну, вы выходите на Майдан, вы понимаете, людей много. Вы выехали в другой город, там Майдана нет вообще. То есть вы, власть может как-то успокоиться. А здесь, когда все нагнетается, опыт есть, что это может перерасти при прочих составляющих в серьезные изменения. Поэтому на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что возможно все. Вопрос в том, насколько будут заинтересованы, к сожалению, так, олигархат, который у нас остался, который не развален, насколько он будет заинтересован в том, чтобы происходило вот эти как бы вещи подпитывались. Я нисколько не ставлю, не принижаю там патриотические идеи. Но, тем не менее, любую идею можно либо свернуть, да, либо развернуть. На сегодняшний день в обществе согласия как такового нет. Для кого-то капитуляция, для кого-то подвижки. Да? То есть вот кто-то не хочет капитуляции, а кто-то говорит, ну нужно же что-то делать, война-то идет и ничего не меняется. То есть сегодня этого согласия нет. Нужна для того, чтобы, не дай бог, конечно, лучше, чтобы все это закончилось вполне нормально и в рамках правового поля, но должен некий, если будет некий дополнительный импульс, который, к сожалению, ну, возможен всегда, то я не исключаю там вариант вот активных, более активных действий. На сегодняшний день пока критической массы нет, и очень много будет зависеть от того, как будет двигаться этот процесс, я имею в виду вот, реализация минских договоренностей дальше. Если, допустим, там будет спровоцирована, не дай бог, какая-то мясорубка при разводе войск или какие-то другие негативные вещи, то, естественно, негатив, вот этот вот активистский негатив, он будет нарастать, и тогда, скажем так, возможно все. То есть нужно много других факторов. На сегодняшний день для власти это не опасно. Именно на сегодняшний день, в этот момент, в котором мы с вами находимся в этой студии. Ну от все-таки давайте визнаємо, що маса мітингувальників не є такою однорідною, є Нацкорпус, є команда Порошенка, є інші політичні сили. З вашої точки зору, які цілі вони переслідують? Це тільки ні капітуляції, чи якісь інші політичні, які стоять, так би мовити, за ширмою? Безусловно, ніхто боротьбу за власть не відміняв, і на сьогоднішній день, дійсно, если мы, опять же, вспоминаем Евромайдан, который начинался, а потом революцию достоинства, то Евромайдан тоже мог быть не, как бы неоднородным, то есть вопрос в объединяющей идее. В какой-то момент получилась объединяющая идея там, Гетти Януковича. На сегодняшний день, опять же, этот, вот, те выступления, которые сегодня, они неоднородны, и не факт, что тот, кто сегодня выйдет на сцену главным, допустим, тот же Белецкий, окажется главным, когда это действие будет достигнет своего апогея. Мы все помним на сцене Яценюка, Кличко, Тягнибока, да, где, ну, скажем так, Яценюк был как бы пока в стороне, Тягнибок в принципе, в стране, да, Кличко в силу там разных причин, как бы, ну, тоже у него огромные проблемы. Поэтому в данном случае я, ну, могу говорить о том, что, ну, так, критическая масса на сегодняшний день не достигнута в силу того, что, да, действительно есть определенные политические моменты. То есть каждый хотел бы этот процесс возглавить под своими некими идеями. Если резко сейчас возглавит это Петр Алексеевич,
Я не думаю, что он это будет делать очень резко, потому что он четко получит рано или поздно, он получит от недовольных же соратников, ну не соратников, а тех, кто еще там вот сейчас выступает, он получит вопросы от того же нацкорпуса. Петр Алексеевич, а что вы подписали тогда? То есть, а что с этим делать? Это же документ, на секундочку, это документ Совбез ООН. Вы прочитали Минские угоды. Соответственно, вы подписывали. Давайте, может быть, если мы уже боремся против капитуляции, вы немножко в стороне постоите. Спасибо, что поддерживаете, конечно. Поэтому это, опять же, тот фактор, который может замедлить активизацию вот этого процесса, если там начнутся разборки еще внутри. Отвечая там вопрос, резюмируя ответ на ваш вопрос, борьбу за власть никто не отменял. Естественно, те политические силы, которые там стоят, они... видят свое развитие страны, свое развитие ситуации на Востоке, а раз они видят свое, соответственно, они хотели бы иметь полноту власти, чтобы это реализовывать. Другое дело, что они видят, для многих, для общественности Украины это секрет. Не капитуляции, хорошо, очень четко должен звучать вопрос, что вместо. И ответ на этот вопрос, при всем уважении, многие люди, которые там стоят, и ветераны АТО, и представители нацкорпуса, и представители президента Порошенко, они не могут не удать. То есть нужно тогда будет четко признать, мы не хотим выполнять Минские соглашения, мы хотим заморозить этот конфликт. Все не решаются это сказать, а на самом деле какая альтернатива? Альтернатива – заморозить и ждать, пока наращивать мускулы, и ждать, пока в России Россия ослабеет. Ну, по-другому никак. Либо третий вариант, явно нереальный, идти на освобождение силовым путем. Здесь ситуация, даже с точки зрения там, наших зарубежных партнеров, дошла до того, что никто этого не поддержит. Все сказали… Вы все прекрасно слышали, нравится нам или нет. И Макрон, и Меркель сказали, молодцы, что начали договариваться. Трамп четко сказал Зеленскому, решайте с Путиным вашу проблему. То есть это более чем прозрачный намек о том, что это не моя проблема. Вписываться, извините, опять же, за такое уличное немножко выражение, я не буду. Вот тебе телефон, зовут Владимир Владимирович. Набирайтесь и решайте. Это более чем прозрачный намек. И все остальные сказали, и немцы, и французы, мы поддерживаем, правильно. Соответственно, очень важный вопрос, что силы, которые сегодня выступают против, какое у них альтернативное предложение. Если замораживание, ну тогда обществу нужно так и сказать, честно сказать. Другого варианта, как оставить блокпосты, наращивать мускулы и заморозить этот конфликт, другого варианта нет. Если так будет сказано, это, по крайней мере, будет честно с их стороны. Пока что нет капитуляции, хочется спросить, а да? Не капитуляции, да-что? Это, кстати, очень важно и для общества, поскольку, в отличие от того же Зеленского, который предлагает, что да, то есть у него позиция есть. Выполнение формулы Штайнмайера, Минские соглашения, и дальше пытаемся, скажем так, стабилизировать ситуацию. У обратной стороны нет ни капитуляции. Хорошо, сегодня отказываемся от этих соглашений. Понятно, что ссоримся со всеми подряд, с Европой, с Америкой, которым уже надоело, надо это признать, украинская вот эта вот проблема. Они бы хотели, чтобы как-то она купировалась, скажем так. А что... Какая альтернатива? Что мы Мінськ, после этого будем до говорить? Речі, Мінськ і формула Штайнмайера – це є капітуляція? Наскільки логічне гасло мітингів – ні капітуляції? Тобто формула Штайнмайера і Мінські угоди – це також Вони корелюються, звісно. Там Штайнмайер сам сказав так по-простому, по-німецьки, що я просто, коли ми зайшли в тупик, я предложил как-то упростить этот процесс. То есть это, знаете, если так упрощать до максимума, еще проще Штайнмайера. То есть стороны не могут договориться. Он говорит, ребят, давайте хотя бы сделаем по шагу навстречу, начнем какой-то процесс. А там, может быть, нам легче будет договариваться. Ну, то есть давайте хотя бы, то есть как-то из этого тупика нужно выходить. Вот. Дело в том, что на сегодняшний день присутствует в нашей вот, украинском менталитете такая вот вещь по поводу там, капитуляции тех, кто сегодня выступает против. Я нисколько не оспариваю их мнение, это их мнение. Что мы, подписав Минские соглашения, Петр Алексеевич тем самым останавливал кровопролитие, останавливал бойню, что в принципе правильно. Но дальше мысль наша ментальная работает так. Подписали, остановили, обдурили врага,
А теперь мы можем вернуться на исходные позиции, уже говорить о том, что надо нам вести переговоры с других позиций. Все было бы так, но если бы мы не обдурили врага, подписав документы в присутствии других государств и отправив его в Совбез ООН. То есть вариант, почему-то многие вот выступающие считают, что весь мир должен нашу вот эту вот хитрость понять, оценить и проаплодировать, какие вы молодцы, вы там Путина обманули. На самом деле повестка дня немножко другая в Европе, в мире. И хлопать нас по плечу и говорить, вот молодцы, что подписали, как вы схитрили, а теперь давайте-ка от этого откажемся, никто этого делать не будет. То есть те, кто из вот, выступающих так думают, но они ошибаются, объективно ошибаются. То есть это их иллюзия, это их фантазия. Чи є можливість і необхідність, головне, переформатування на сьогоднішній день Нормандської четвірки? Україна, Німеччина, Франція, Росія? В смислі, тобто додати туди США, те, що пропонують, додати у склад Великобританію, чи можливо якийсь інший варіант? Ну, в лице Трампа американці сказали, що у нас немає чіткої заінтересованості в участі в цьому. Тобто і так проблем достатньо з Турцією, з Сирією, з Росією, з Китаєм, зі всіма остальними. Тому надіжда на те, що переформатирование как-то продвинет вперед. Понимаете, у нас надежда на то, что переформатирование добавит нам в этом вот за переговорным столом союзников. Оно нам союзников... Почему Россия говорит, а мы не против, пусть американцы тоже заседают. Потому что американцы в данном случае не являются нашими прямыми союзниками. То есть они не будут, скажем так, выступать на стороне исключительно Украины. Все уже давно, нужно смириться с тем, что даже нормандский формат, все уже давно выступают за решение проблемы, а не на стороне Украины. И вот это решение проблемы, к сожалению, очень неприятно для нашего общественного мнения. То есть мы-то были, общественное мнение было уверено, что эти все страны за нас и до конца будут стоять на нашей стороне и стремиться к тому, чтобы не просто проблема была решена, а чтобы были соблюдены наши интересы. А теперь мы с неприятным удивлением многие открываем то, что наши партнеры хотят, чтобы проблема была решена. И наши партнеры понимают, что без ущерба не бывает решения проблемы, без ущерба для двух сторон. Каждому придется в чем-то поступиться. Причем в силу того, что Россия, скажем так, больше наши европейские партнеры заинтересованы восстановить с ней там внесанкционные отношения, да, то нам придется смириться, что Украина должна будет понести определенный ущерб, а без этого никак. Поэтому передвигание стульев принципиально вопрос не решит. У нас нет дополнительных союзников, которые были бы на нашей стороне вот до самого-самого конца. Все на стороне решения проблемы. Давайте, то есть вектор с «давайте защитим Украину», если он такой и был, сменился на вектор «давайте решим украинскую проблему», украинско-российскую проблему, если хотите. Соответственно, я не думаю, что это станет каким-то, знаешь, прорывным моментом, если туда сядет представитель какой-либо другой страны. Поэтому они туда, собственно говоря, и отказываются садиться, потому что понимают, что они входят в процесс долгий, вязкий, берут на себя ответственность за долгий, вязкий, нелицеприятный вот этот весь процесс. Поэтому я не думаю, что все-таки вот этот вот корень, он все-таки лежит, вот эта вот эта проблема, он все-таки лежит в Москве. Вот. И даже не в личности непосредственно Путина. То есть я не думаю, что там гипотетически отсутствие Путина там изменит политику России. То есть он лежит в Москве. И второй, в нежелании, в неготовности нашего общественного мнения принять, что нам придется испытать ущерб. Но иначе просто либо забор и все, либо какие-то договоренности, но от ущерба мы никак не уйдем. То есть нам будет больно в любом случае. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політологом Андрієм Клячиним. На все добре.